Пойдем скорее гулять. Пойдем, солнышко, пойдем. Только не тяни, у меня ножка болит, или будешь дома. Курит, потихонечку, солнышко, потихонечку. Пошли. Молодец, девочка. Пошли, потихоньку, пошли. Да, так. Ну да, чувствительно, так иду. И палец весь дергает. Его, конечно, желательно не нагружать. Но Харита гуляла очень рано утром. Юлька еле домой дошла с улицы. У нее подхватила спину. И сейчас тоже не может идти, потому что я ей и новозином намазала спину. И пошли. И настойкой, и укол сделала. Ей сейчас нежелательно вообще нагружать спинку. И где-то там ходить. Ну, и умница стоит, ждет. Она видит, что я как инвалид тоже хромаю. Пошли, пошли, молодец, пошли. Пошли. Вот так вот. Умница. Тут, короче, много. Свет включил, а то я тут грохнулась. Тут вон ступеньки такие лохматые, с дырками. И я, видно, как-то об них подскользнулась. Я иду в тапочках. Смотрите. Мама Юлькина говорит: ты чё? В тапочках сдурела? Один кроссовки. Я говорю: не, у меня нога не залазит. Палец опух. Она говорит: мои какие-нибудь возьми. Резиновые сапоги. Еще не хватало. Здрасте. Еще не хватало мне тут в резиновых сапогах расхаживать, в тапках. Куда красивее. Розовенькие для девочек. Самое то. Все, писай. Говорит, а ты дождалась. Наконец-то. Хоть поздороваюсь с вами. Привет, мои любимые. А я поела ухи. И так хотела полежать. Расслабиться вся мокрая. Дома реально жарко. И на улице вот жарко. Вот странное чувство, погода градусов меньше, чем в Дивноморском, ой, в Пятигорском. Но там, понимаете, там горы и туман, и от этого совсем по-другому ощущается погода. И влажность другая, и все абсолютно. Хурита, мне нежелательно лазить по траве. У меня ножки намочатся. Хурита! У нее там все новые запахи. Она прям вся в процессе изучения. Там же у нее вся информация. Кто тут ходил? С какими мыслями? И так далее. У нее там новости пошли. О, наконец-то. Хоть пописает с утра. Терпела девочка. Она уже и просилась. Уже и скулила. И лаяла. И все. Я раньше хотела пойти. Юлька говорит: нет, может, полегче станет, я сама пойду. Не хочет мне свою Хариту доверять. Может, правильно делает, не знаю. А, Харита, не тяни. В общем, немножечко тут походим. Да, я тут храмовую. Чуток. Мне сказали, сейчас затмение. Поэтому так не надо ничего решать. Никуда спешить. Все, слава Богу, просто благодарите, и все будет хорошо. Не надо что-то там стремиться, типа, быстрее переехать, или на работу, или чего-то, или так. Все просто идет, как идет, и вы наслаждаетесь, а не опережаете события и ничего не планируете. Ну вот, мы так и решили забить. Вот в понедельник уже там идем, типа, смотреть квартиру. Это уже раньше было запланировано. А так, чтобы куда-то спешить, так и не спешим. Что это такое? Игрушка? Хора, что это? Игрушка? Слоник или что это? Покажи. Да блин, ты даже не посмотрела.
Ну-ка. Какой-то чучундрик. Смешнючий. Смотрите, как колобок. Наверное, детки кинулись с окна, не знаю. Не буду я трогать. Это не мое. И не надо. Эти деревья так нравятся вообще. Красивые. Как одуванчики большие. Ой, осторожно, Хора. Так непривычно тут вообще, как резко так перемена после зелени, жары. Резко так вслякоть, в серость. Ну, хотя солнышко сегодня выходило немножко. Юлька говорит, хоть солнце было за эти дни, что мы здесь, мы четвертый день уже здесь. Она говорит, а я говорю, да, кажется, выходило один денек. Вот. А вот вчера и сегодня пасмурно. Немножко вышло, несколько минут и все. Харита тут все обнюхивает. Собачки, видно, бегали, метили. И она прям вся... в делах. А ты пчела? Харита? Так ей все нравится. Хура, жрать ничего нельзя. Эй, жрать ничего нельзя. Тут могут кинуть всякую гадость. Какие тут дома вот эти новые. Все, подостраивались, подостраивались. Вот этого дома, по-моему, не было. Или он строился лет 5 назад. Может, я как-то тут... ходила, ничего не помню. Так. А туда дальше что? Харита, туда дальше что, ты знаешь? Пойдем прогуляемся, посмотрим, что там. Там. Там-дарам. Реально я в тапочках гуляю. Стой, не тащи, стой. Хора, стой, там машина. Иди сюда, иди сюда. Зайди на травку, зайди. Да зайди на травку. Брында. Какой же этот дом? Этот, вот тот. Вот в том доме сдается, вот в том. Сдается квартира, которую хотим посмотреть вторую. Не тащи. Посмотреть в понедельник. Собаку увидела. Да блин. Нельзя. Нельзя. Пёся, иди. Хора, нельзя. Все. У Хоры началось. Да блин. Пошли, пошли. Нельзя. Нельзя. Идем. Да идем ты. Как она дышит, потому что я ее тащу. Коза, вот как с ней гулять, когда рука занята, я что-то пытаюсь передать, снять. Правая рука занята, я ее держу. И ее не это самое, не успокоить, не остановить ничего. Жесть просто. Иди, Харита, потихоньку. Столько тут машин, людей. Я такого не помню раньше. А, наверное, пятница. Все поприезжали с Питера, с работ. Тут садик, в который Юлька ходила, в который ее кормили борщом со здоровой свеклой. И которую она потом всю... выкидывала назад в тарелку. Харита, пошли. Пошли. Вот. И она помнит, как такие большие-большие-большие тетки сидели и заставляли ее. Пока не съешь, не пойдешь спать. А был тихий час после
обеда. И все детки пошли спать, а Юлька одна сидела где-то там в каком-то пищевом блоке, кушала, запихивала в себя какую-то манную кашу с комочками и борщ с белой огромными кусками свеклы, плакала. И она говорит, я помню, я так сижу, плачу, и у меня в тарелку капают слезы. И назад выскакивает все, что я съела перед этим, назад в тарелку. Вот такие веселые воспоминания вот о садике. Там вон старый блок, а здесь новый достроили лет, может, 10 назад. Пошли! Вот она, правда, тут новые все запахи. Она каждый этот самый нюхает. Каждую штучку. Говорит, и помню, как меня мама сонную тащила в садик. Сама шла на работу. А я плакала всю дорогу вот от дома до садика. Умоляла ее не везти, а оставить ее дома. Она ей говорила, дочь, как же я тебя оставлю дома? Как же ты одна будешь? Ты же маленькая. А Юля кричала, что она большая. И что она может сидеть возле окошка целый день и ждать ее с работы. Вот так вот. Такая у нас прогулочка в тапочках. Мои любимые. Ну, лучше, чем ничего. Она вот хоть пописала раза три. И это прекрасно. Лучше, чем она будет терпеть и страдать. Пойдем, солнышко, пойдем. Пойдем домой. Где Юля? Где Юля? Где Юля? Юля? Где ключи? Вот они. Опа-ни. Вон где я грохнулась. Лежала. Точно я тут головой или об этот бордюрчик ударилась? Либо об дверь? Так что я была чеканутая, стала еще больше чеканутая. Пошли, Хурита, пошли там, Юля. Нет, не здесь. Не здесь, нам еще на пятый этаж. Давай, пошла. Пошла сама. Пошла сама. Как Людмила Гурченко. Давай. Молодец. Молодец. Хорочка. Умница. Как ты любишь, когда тебя хвалят. Пойдем, нет, не здесь, выше, выше, Хурита, пошли, пошли, умница, моя умница, моя хорошая девочка, молодец, пошли, пошли, Хора, пошли. Да нет, я сама пойду. Тара-тарам, тарам, тара-тарам. Тот же, пошли, пошли. А я один раз, лет 5 назад, споткнулась об этот порожек. Как я не летела до первого этажа, с третьего, не знаю. Пойдем, моя умница, пойдем. Хорошая девочка, молодец, молодец, Хорочка. Где Юля? Где там Юля твоя? Пошли. Последний бой, он трудный самый. Пришли. Тут я сижу. Кто-то здесь воды налил. Или написал. Не знаю. Запаха нет. Мочи, значит, вода. Так. Отдыхаем. Сидеть. Сидеть. Молодец. Ей мама сказала дома не гавкать, или выгоню тебя на дачу. Так же, как и мне. Походу, мама меня видит так же, как и Хуриту. Я для нее на одном уровне. И это прекрасно. Правда, для меня это честь.
Ладно. Хорита! Хорита! Хорита занята. Всем волшебного вечера. Спасибо, что вы есть. Уха получилась. Правда, зачетная. Очень вкусная. И рыбка неразваренная. И все сварилось. Очень-очень-очень обалденное. Ну, кто-то спрашивает, как уха вкусная. Очень вкусная. Что, нормально в тапочках? Никакие не мокрые ноги. Все не бухтили. Мокрые ноги. Куда ты пойдешь? Я в носочках и в тапочках. По-моему, прекрасно. Обалденно. Ходит там еще 2 дня, уже лежит. Пальчик больной. Кто там? Кто там ходит? Кто там? Кто там? Хора, где Юля? Где Юля? Юля! Она тебя не увидела, позови еще. Юля! Иди к Юле. Иди к Юле. О, какое счастье! Какое счастье, Юля!